Всем привет! В этом видео я расскажу, как я отправляю этот телефон Samsung Galaxy S10e с помощью вот этих всех предметов через Почту России первым классом очень далеко, в город Дудинка Красноярского края. Какие нюансы, сколько это стоит, если мало ли кому-то будет интересно, обязательно с описью вложения и со страховкой, потому что все-таки ценная вещь, как бы человек на Авито приобрел. Надо все сделать по высшему разряду. Давайте начинать. Поехали! Ну и, друзья, первое, что надо сделать, это выйти с аккаунта Google, выйти с аккаунта Samsung и выйти с паролей, которые у вас, ну, соответственно, сканер отпечатка пальцев, сканер лица и пин-код надо выключить для того, чтобы следующий владелец не попал на блокировку активации от Google, да-да, и у Google есть такая тема, поэтому будьте внимательны, просите это, если вы покупаете у кого-то на Авито или просто, ну, с рук, обязательно просите, чтобы вышли с аккаунта. Многие этим пренебрегают и потом платят деньги за разблокировку, если сами FTP разблокировку делать не умеют. Все положил в рюкзак, телефон, упаковка, там, в общем, все положил сюда, пошел на почту. Номер 5347. Окно номер 4. Это вам? Нет. Упакуйте, а потом я это, напишу. Это опись. Ну, коробка, в которой он лежит, документы, они тоже внутри. А документы где? Внутри коробки. Давайте откроем, посмотрим, да. Алло. Ну, давай, я на почте. Вы просто там давай. И заклеили все, да? Давайте откроем, посмотрим, что у вас проблем. Претензий не было. Документы, чехол, коробка. Это вот эта коробка сама. Да, коробка, это коробка. Все верно? Можем даже имей посмотреть, сверить, ну, что вы обязаны проверить. В случае чего, ответственность сейчас с вами, на вас. Это вот эти номера. Да, вот эти номера, они отражены вот здесь. Серийный номер FRF8M. А, нифига, не этот серийный номер, да? Другой. Вот здесь с коробки серийный номер. Номер. Ага, вот этот. Угу. 360. Окно, давайте переписывать, потому что серийный номер, он вот этот вот, да. Сейчас я вам сделаю. Угу. Да. Никуда ничего не делось. Смартфон, чехол, документы там внутри. Сейчас еще будет пакет. Открываем. И отдаем сотруднику. Все, пожалуйста. Так, нормально? Номер. Все? Да, ваши чеки. Мои чеки. Угу. Спасибо, извините за столь долгое.